Алло. Алло, да, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Яна, я вам звоню с аналитической компании. Вам удобно сейчас разговаривать? А что за аналитическая компания? Наша компания называется Bloomberg. Так, и что? Мы занимаемся аналитическим сопровождением и обучением в сфере биржевой торговли. Кто-нибудь слышал об этом? Да нет, спасибо, неинтересно. Почему вам сразу неинтересно? Я вам еще никакую информацию не предоставила, что вам стало неинтересно. Ну, вы мне только что сказали. Я вас просто спрашиваю, слышали вы, не слышали. А я перед вами обязан отчитываться? Ну, чтобы я вам задала следующий вопрос, я хочу услышать от вас ответ. Слышали вы или нет? А я не хочу вам сообщать, слышал я или нет. Я ж не обязан этого делать. Ну, допустим, я вам звоню, предлагаю, чтобы вы зарабатывали, получали дополнительный доход. Вас это тоже не устраивает? Ну, я вам это тоже не интересно? Я вам только что сказал, что мне это не интересно. Повторяю. На что в вашей жизни может быть интересно? Вам не интересно разбираться или просто зарабатывать, получать дополнительный доход? Я не собираюсь перед вами отчитываться, что мне интересно, что мне не интересно. Я вам позвонила нормально, вас спросила. Вы начинаете мне агрессивно отвечать, и, во-первых, не дослушать меня, и вам сразу, и вы говорите, что вам неинтересно. Да я ничего такого не говорю. Ну а что вам может быть в вашей жизни интересно? Ну я вот перед вами обязан отчитываться, что мне в моей жизни интересно, или нет? Я вас не заставляю передо мной там отчитываться еще что-то. Я просто вас спросила, что вам неинтересно, почему вы не хотите в этой сфере просто об этой сфере узнать и начать работать, получать свой доход? Потому что мне это неинтересно. А, вам неинтересно получать деньги? Я уже третий раз вам, я уже три раза об этом... От 25% до 30% получать доход ежемесячно. Вы будете сами свой доход контролировать, свой кошелек будете сами контролировать. Я вас не прошу деньги, я вас прошу, чтобы вы выслушали и зарабатывали. Ну, вы зарабатываете? Я зарабатываю. Если бы я не зарабатывала, я бы вам бы не звонила. Ну, так а вы сейчас тратите... И не предлагала бы вам зарабатывать, тоже получать дополнительный доход. Ну, если вы зарабатываете, продолжайте зарабатывать, зачем вы время тратите на звонки? Так я хочу, чтобы и вы зарабатывали, получали доход. А, вот. Так вы хотите, чтобы я... Для своей семьи, для своих детей. Вы хотите, чтобы я зарабатывал тоже, да? Вы этого... Да, я хочу, чтобы вы зарабатывали, получали дополнительный доход. Ну, вы хорошо. Я вам сейчас... покупать себе машины вот. И что? Ну, что? Сбрасывайте мне на этот телефон деньги, вот вы на который позвонили, и я начну зарабатывать. Переводите мне тогда деньги. У нас есть аналитик, он вам даже расскажет. Да зачем мне аналитика? На этом можно, на этом зарабатывать. Ну, вы мне одолжите деньги, я тогда эти деньги с помощью вашей аналитики тогда использую. Вам, чтобы это убедиться, как люди зарабатывают и какой вообще за доход они получают. Я вам говорила, какой доход. Вам нужен компьютер и скайп. Чтобы вам мог это аналитик все предоставить и показать и рассказать. Как люди зарабатывают, и как даже он зарабатывает, сколько он получает. Ну, вы мне должны денег на это дело. Аналитик, это он все вам расскажет и объяснит. Ну, а вы не аналитик? Нет, я младший менеджер. Ну а зачем мне тогда звонить, если вы не аналитик? Я только даю вам информацию. Аналитик вам все объясняет и покажет, как это все работает, как работает эта вся сфера. Ну таковы-то от меня чего хотите, я не пойму. Повторите, пожалуйста. Что вам от меня надо, я не совсем понял. Вы не хотите просто узнать для себя, как работает эта сфера, чтобы зарабатывать, получать доход? Я вас не прошу денег, блин, и еще что-то. Мы не реклама, во-первых, мы ничего не это. Мы вам предлагаем просто заработать. Угу. Ну а если я не хочу? Ну а что вы хотите вообще в жизни? Вообще хотите, блин, без денег, без ничего? Ну, хочу бухать и отдыхать. Ну вы знаете, что в стране творится. Вы хотите вот так вот жить дальше? Ну, хочу бухать и отдыхать в свое удовольствие. Вот в чем мне надо. Так, ну вот именно, если вы этого хотите, вы должны, чтобы у вас был доход, чтобы вы зарабатывали. Так это надо работать, я так не хочу. Не-не-не, я не хочу. Так за вас это будет делать аналитик. Вы будете, вам просто надо с ним пообщаться. Вам много времени не займет, вам только 10-15,
минуту делить. Да я не хочу, не хочу ни с кем общаться. Просто переводите мне деньги на этот телефон, и все будет нормально. А? Просто переводите мне деньги на этот телефон, и все. Мне не надо ни с кем общаться. Какие деньги переводить? Ну вы же сами сказали, что хотите, чтобы я зарабатывал хорошо. Вот переводите мне деньги. Ну, я говорю, чтобы вы зарабатывали, а не деньги, чтобы я вам переводила. Да, я не хочу зарабатывать. Тогда не, тогда вы вот мне, хотите, тогда мне это не интересно. Ничего добиваться? Да, а не хочу, не хочу. Я хочу, чтобы мне просто переводили деньги и все. Будете переводить хотите, или нет? Чтобы вам деньги пересылали, а где вы таких дураков видели, чтобы вам деньги пересылали? Вам чтобы за что-то пересылать, вы должны за что-то заслужить. Ну вы же мне что-то, вы же мне предлагаете, я же чем-то это заслужил, я наверное. Я вам, блин, предлагаю биржевую торговлю, чтобы вы занимались, получали, блядь, доход, ёб твою мать. Так мне это не интересно, я же вам уже пятый раз говорю об этом. Да, и... блядь, что вам в жизни интересно вообще? Я же говорю, чтоб мне переводили деньги, вот что мне интересно. Я вам не буду деньги, блядь, переводить. Вы должны сами зарабатывать, получать доход. Так я этого не хочу, я же вам уже шестой раз говорю. Не хочу я ничего зарабатывать. Просто переводите мне деньги. Как я могу вам... Как тихо это стать, я вам должна переводить свои, блядь, деньги. Ну, тогда мне другие варианты мне не интересны. Не, вы меня заставляете, блядь, честно матюкаться. Я вам объясняю одно, вы, блин, мне совсем другое. Пришлите мне деньги. Какие? А вы что? А вы что хотите? Чтоб я зарабатывал? Так я и без вас могу зарабатывать. Я, блядь, говорю, я зарабатываю тоже, как и вы, и вам предлагаю зарабатывать, получать доход. Вы что, глухой, блядь? А что вы так со мной разговариваете? О, боже мой. Я не понимаю, вы что, не хотите вообще дома сидеть, ничего в жизни добиваться, вообще ничего? Не, ну вы хотите... Бухать, только... курить, гулять, блядь, а что вам есть бухать, курить, гулять надо, вам надо получать хоть какой-то доход, чтобы вам это было все позволено, гулять куда хочешь. Ну? Так вы будете мне деньги переводить или нет, я что-то не пойму. На... Капец! Скажите, вас как